Mazda 3. Сигнализация Starline. Ставим на охрану. Грабер ищет. Нашел. Так. Машина на охране. Что мы имеем? Надо и этот крылок показать, что на нем ничего нет. Ключи? Сейчас закрыли? Она закрыта? Да, закрыта. Сейчас закрыта машина. Что происходит? Готовы. Запрос температуры. И в данном случае этого запроса достаточно. Машина открыта. Поехали. Сейчас ключ. Так, что мы делаем? Так, брелок сейчас находится на охране. Как видно, автомобиль. Угу. Сейчас попробуем с помощью удара выяснить, когда придет сигнал о каком-либо повреждении автомобиля на брелок. Будет ли выхватываться это у нас сканером? Угу. Датчик удара. Сейчас, секунду. Левее. Ну, чтобы меня там. А тебя не видно. Пробуем. Пробуем. В данном случае этого оказалось недостаточно. Отлично. Могу встречи. Сейчас. Следующая сигнализация. Томагавк 3. Грабер тот же. Итог. Ставим машину на охрану. Так. Идем к машине. Машина Mazda 3. Машина закрыта. Все. Есть, пожалуйста. Машина открыта. Welcome. Так, теперь показал второй раз. В итоге мы имеем то же самое. С первого раза у нас брелок ничего не видит, ничего не слышит. Со второго раза он пикает. Угу. Грабер тот же. Все. Это при том условии, если она находится в радиусе. Если радиус, например, где много домов, то она ничего не будет издавать. В радиусе приема брелка брелок реагирует на второй раз. Так, еще раз. Закрываем. И открываем. Отлично. Томагавк вскрыт. Так, итак, теперь посыл. Состояние автомобиля запрашиваем. Через брелок. Грабер. Все, зацепил. Здорово. Машина открыта. Отлично. Все. Так, еще раз попытка номер 2 с первого раза открыть Шерхан 5. Итак, ставим. Все, машина на охране. Брелок, грабер. И все, пойдем смотрим. И что мы имеем? А мы имеем открытую машинку. Сумка лежит, можно ее забрать. Шерхан 5 тоже вскрыт. Третья сигнализация, которая не устояла. Так, итак, у нас пополнение. Так. Сигнализация. Шериф. А как модель называется? Не помню. Не помню. Хорошо. Ну, какой-то шериф с обратной связью. Ну, факт в том, что шериф. 925. 925 шериф. Итак, ставим на охрану. Все, машина на охране. Нет. Да. И что говорит грабер? Говорит, не вижу. Ага. Пробуем открыть. Так. Что происходит?
все, сломали. Все? Шериф устоял. Счет 3-1. Что мы делаем? Ищем. О! Что-то есть. Что есть? Есть. Нет? Нету. Оставьте. Попытка номер 2. Тоже не удалось. Сейчас, подожди. Поехали. Сигнализация. Портрес. Стандартная SLAVE-система. Да нет, он загружен. Как видим, мы, собственно... Да, этот товарищ грабер тоже не понимает. Проверим дверь. Давай. Нет. Здесь все закрыто. Сейчас один момент. Так, поехали. Давай, еще один Fortress. Еще один Fortress, только он уже другой модели. Он с брелком. Итак, поехали. Ставим на охрану. Странно. Ага. Fortress тоже. Еще раз. Дерни. Дерни. Просто не, здесь нет. Не, но популярно. Это не значит то, что система Fortress бессмертная, да? Есть другой грабер, который его открывает. В данный момент его просто нет в наличии. Обидно. Да. В сторону убери камеру, да еще. Да, вот. Снимаем пол. После того, как код-грабером сняли машину с охраны, открывается капот, на Mazda D3 меняется компьютер под капотом, приборная панель – это те вещи в автомобиле, в которых прописан чип ключа. После того, как эти вещи заменены на свои, можно автомобиль заводить своим ключом. А личинка? А личинка проворачивается. Просто отверткой и молотком, да? Да. Ну или специальным каким-то инструментом. Усё. Данкишон. А пропуск?